Представляете, спим спокойненько, все хорошо, утро, все прекрасно. Поют птички, и вдруг тут появляются какие-то грохоты непонятные. Явно кто-то что-то бьет. Честно говоря, я думала, избивают какую-то машину дубинками или молотком. Вот честно, был такой звук. Выглядываем в окошко, видим мужчину с ванной. И посмотрите, что он делает. Они просто взяли, решили эту ванну полностью разбить и сложить в мешок. Офигеть. Грохот вообще просто на весь квартал, мне кажется, на весь город. И если он собирается всю эту ванну полностью разбивать, чтобы сложить в мешок, это значит, что у нас будет это целый день. Кошмар. Как люди живут около стройки, я не представляю, честно. Хорошо, есть пластиковые окна. Сейчас закроемся, посмотрим, может, не будет слыхать. Добили они немножко эту ванную. Стала она более-менее такая компактненькая. И вот на машине подъехали, посередине встали. Наверное, сейчас будут, я так думаю, на заднее сиденье грузить ее. Вот ванная там, не знаю. Наверное, они, может быть, ее металлическая, что ли, сдавать ее, что ли, повезут. Чтобы поместилась в машину, ее подбили немножко. Наверное, не знаю, я думаю, наверное, так. Либо на дачу, может, подбитая ванная нужна. Какую-нибудь мини-раковину сделать или бассейн. Даже не представляю, зачем. Если кто знает, напишите в комментариях. Вот их там двое, один друг друга, другого уже на телефон записал. Честно говоря, я думала, что они будут до самого вечера ее колупать. А, они думают. Или на заднее сиденье, или на багажник. А, нет, багажник, вон они. То, что наколупали. Наколупали, вон много прям взяли. Еле дотащили, значит, она не металлическая, она чугунная. Не знаю, реально так чугунную молотком отбить. Причем они побили, конечно, недолго, кстати. Все, пошли. Пошли, пошли, пошли брать ванную. Давайте, давайте, берите ее быстрее. У меня батарейка садится. О, взяли. О, чуть-чуть кусочек. А, как ее отбили, интересно. С той стороны. Хм. Интересно. А, взять не могут, смотрите, перекатывают ее как-то, да? Значит, металлическая. Нет, чугунная, наверное. Интересно. Не лезет. Что ж такое, не лезет никак. Что-то вы ее не той стороной взять начали. Мне кажется, надо было другой стороной. А может, и этой. Не залезла. Будет тогда на машину, что ли, сверху. Сверху улетит ванна. Ну, улетит она. Сверху ему. Нет, не лезет. Не лезет, что делать? Она что-то страшная, ванная стала страшная. Не лезет. Так, надо машину отогнать, что-то делать надо. Надо что-то делать. Что-то она... Садить буду. Как отбивает. Один другому говорит, надо по окружности все отбить. А тот с молотком стоит. Говорит, ты уверен? А вот сосед вышел. Говорит, вы что, офигели, что ли? Ну, громко вообще-то. Ну, отойдите куда-нибудь подальше, на лужайку. А тебе, да ладно, типа это. Мы быстро.
Сейчас мы быстренько вот тут отобьем и пойдем. Нет, ну отойдите вон туда. Он даже, видите, рукой показывает. Ну, вон туда отойдите. Здесь машина у меня сейчас у меня. Так, все, говорит другой. Давай, бей. Хватит церемониться. Вот отлетит в машину, вот, знаете, не дай бог. Осколок он отлетел, что ли? Да. Нет, разбивается, главное, так легко, интересно. Опа. Опа. Вон как отбивает. Оп, отлетел. Выглянул вон еще один дядя. Ругается. Мужики, ну вы что, отойдите? Очень громко, шумно. Невозможно. А те дальше продолжают. Просто продолжают дальше, ничего не думая. Ответят и продолжают. Люди здесь ходят, дети. Вот так осколок, не дай бог, отлетит на ребенка. Он ругается. Дядя. Ну да, у нас так-то вон есть палисадничек. Вон там. Хотя бы туда вот отойти. С этой ванной. Нет, они здесь вот колупают ее дальше. И все равно с молотком продолжает дальше. А тот мужик подходит постепенно. Она камеру засняла. Видимо, я чувствую, эти ролики выйдут. Откроем окно. Зачем? Мужик говорит, бомжи даже таким занимаются, а вы? Все устал. Как бык прям. Видимо, чтобы на машину не попало. Красивый декор получится на даче. Некрасивый ван. Понесли. Побели немножко, видать, прям тяжелая. К машине. Понесли. Ай. Не увижу, что ли, как они ее погрузят. Не увижу. Ай-яй-яй.